первый день. Становились вот в таком вот мега-отеле. В общем-то, номер чудесный. Хотя ждать нам его пришлось очень долго. В ИАХ. Приехали мы в 8, а заселились только в 12. Вот, ну, правда, мы сходили покупаться за это время. Позавтракали. Ну, так что, в общем-то, было не очень удобно, но нормально. Вечер первого дня. Ох, ты дикий. Там видно почву моря. Там мы все с вами дружно пребываем, потому что даже в том же самом английском языке есть такое двойное понятие, как Элис и Эллос. Но мы с вами находимся действительно на земле Древней Греции и Древней Эллады. И несколько слов о той программе, которую нам с вами предстоит совершить. Сегодняшний день у нас с вами будет пролегать в сторону Центральной Греции, области, называемой исторически Фессалии. Именно там, в самом центре страны, находятся знаменитые Метеорские скалы и знаменитые Метеорские монастыри. Мы с вами посещаем два монастыря. Один будет большой монастырь святого Варлаама или всех святых, второй будет небольшой, но женский уже монастырь святого Русану или Варвары. Также мы с вами обязательно сделаем остановку на смотровой площадке, соответственно, чтобы могли сфотографировать и сделать прекрасные снимки как окрестности, так, соответственно, тех монастырей, которые останутся вне поля нашего с вами зрения. Также этим вечером мы с вами располагаемся в городке Каламбак, который находится сразу у подножия Метеорских скал. Завтрашний наш с вами день, он будет целиком и полностью посвящен Дельфийскому святилищу, оракулу Аполлона, древнегреческой прорицательнице Пифи, сокровищнице Афинян. Но это, конечно же, культурный, религиозный центр древнего античного мира, в каком месте, в котором хранилась вся казна античного мира. Это, конечно, знаменитая Дельфа, которая расположена на южном скате горной гряды Парнас. И завтра же вечером мы с вами оказываемся в городке Лутраке, который расположен уже на Ионическом побережье. То самое море, которое омывает западную сторону Греции. То есть уже у нас с вами будет возможность сравнить Ионические и Эгейские моря. Также в понедельник мы с вами будем пересекать такую своеобразную, очень интересную границу, которая разделяет полуостров Пелопоннес от материковой Греции до знаменитый Каримский канал. Конечно же, мы с вами окажемся на Пелопоннесе, немножечко познакомимся с историей этого большого-большого слоеного пирога. Мы с вами только лишь попробуем маленький кусок Пелопоннеса, тот, который называется Аргулейда. Именно там располагается один из самых известных театров мира. Знаменитый театр Эпидавра с уникальнейшей акустикой. Именно там располагается святилище бога врачевания Асклепия. Там же располагается в Аргулейде и первая столица Греции. Это город Навпли, по которому мы с вами немножечко прогуляемся. Вы видите немножко ту атмосферу города, которая царит внутри именно старого Навпля. Также, конечно, мы с вами оказываемся, пожалуй, и соприкоснемся с самой древнейшей европейской цивилизацией, которая сохранилась до нашего с вами времени. Это знаменитые златобильные, широкими улицами, как описывал Гомер, конечно же, Микены. Львиные ворота, сокровищница Атрея, музей Микен. Это все нас с вами ждет в понедельник. И в понедельник вечером мы с вами оказываемся уже в столице Греции, в городе Афина. Вечером у нас будет с вами прогулка по городу, но поскольку вы будете, уже зная по практике, немножко уставшими, мы с вами совместим такую пешеходно-автобусную
вариант будет, то есть мы где-то будем выходить, что-то будете фотографировать, параллельно слушать историю, поэтому будет такой, надеюсь, микс, который, в общем-то, в последнее время всем абсолютно нравится. Я думаю, что вы не будете исключением. И, конечно же, во вторник утром нас с вами ждет знаменитый Акропольский холм. Акрополь с его многочисленными постройками – это самый грандиозный из всех античных храмов, который когда-либо был возникнут на нашей с вами земле. Это, конечно же, Парфенон. Безусловно, это второй по значимости храм на Акрополе – это храм Эрихтейон. Это торжественный вход на Акропольский холм, это торжественный парад для Пропилея. Ну и еще и самый маленький, самый изящный храм Греции, который также расположен на Акропольском холме, это, конечно, храм богини Ники, то есть богини Победы. Далее мы с вами спускаемся в новый музей Акрополя, который был открыт всего лишь несколько лет назад, а именно в 2009 году, где собрана действительно уникальная коллекция античных скульптур, всех тех, которые были обнаружены при раскопках, которые проводились вокруг Акропольского холма. И где-то в районе половины 12-12 мы с вами будем дружненько выезжать из Афин, направляться уже сюда, в сторону Северной Греции, то есть города Фессалоники. Это вторая столица Греции, культурная столица страны. Будьте размещены в отеле, я и пока не знаю, какой это будет отель. Возможно, это будет тот же самый Сан-Бич, в котором вы были. Возможно, это будет какой-то другой отель. Но, в принципе, роль уже на самом деле не играет. И у вас в среду запланирована, конечно, обзорная экскурсия по городу. Посещением, конечно же, и Акрополя города. Акрополь, я могу сказать, что есть он в каждом греческом городе. Не исключение, конечно же, и город Фессалоники. Акрополь просто выглядит немножко здесь иначе. Вообще, само слово «Акрополь» переводится как верхний город, Акрополи. Так вот, верхний город, он, как я уже сказала, есть в каждом городе. Здесь это часть северной крепостной стены, башня Тригунио, и часть восточной крепостной стены. Также вы совершите такую небольшую экскурсию внутрь храма святого Димитрия Солунского, который считается небесным покровителем города. Вы спуститесь в крипту храма, то есть то самое место, где когда-то были римские бани, и где как раз и начинался культ святого Димитрия. И дальше у вас будет, согласно опять-таки программе, кто-то будет улетать, кто-то будет оставаться. Те, кто летает, безусловно, у вас будет трансфер в аэропорт, это будет в пятницу, в первой половине дня. Те, кто остается, у вас будет трансфер в те отели, которые у вас, соответственно, идут по программе. Это вкратце такая техническая сторона нашей программы. Ну, а мы, конечно, потихонечку начинаем с вами знакомиться с историей, с культурой и с традицией того народа, который проживает на этой древней земле. И также мне хочется вам, ну, вернее всем, абсолютно пожелать Калимера. Калимера – это хорошего дня, хорошего утра. Ну, конечно же, Греция – это та самая страна, которая располагается на Балканском, на южной конечности Балканского полуострова. И сразу могу сказать, что если измерять масштаб греческого государства, руководствуясь географией, руководствуясь демографии, ВВП, объем вот этого валового продукта, то Греция, безусловно, маленькое государство. Но если брать такую величину, как вклад в величие мировой культуры, то Греция, конечно, это одна из самых больших стран мира. И, конечно же, принято считать, и вообще греческая культура является идейной основой того, что мы сейчас с вами называем западноевропейской цивилизацией. Ну, а византийская фаза, вот именно греческая история, это то, что близко нам с вами, безусловно, потому что именно от Византии Русь принимает христианство. Также, конечно, стоит сказать, что греческий язык является самым древнейшим языком Европы, который изменился меньше всего со времен, скажем так, античности, нежели чем английский язык со времен Шекспира. И не забывайте, что 16 букв греческих, они находятся в русском алфавите. Поэтому, возможно, вы уже пробовали, пытались читать по-гречески, старайтесь читать, потому что все абсолютно знакомые есть буквы, ну 16, по крайней мере. А остальные, те буквы, которые отсутствуют в нашем с вами русском алфавите, они просто в течение времени выпали. Но, тем не менее, именно саунские братья Кирилл и Мефодий создают на основе греческого алфавита славянскую грамоту, которая очень быстро распространилась на территории Руси. Практически все древнегреческие мифологии, которые считаются тем местом, где живут олимпийские боги. Но все-таки принято считать, что Олимп – это одна гора.
Но знаете, это несколько ошибочное мнение. Потому что Олимп – это не одна гора. Вообще слово «Олимп» в переводе с языка древних греков всегда означало «высокая гора». Но с течением времени первоначальный смысл слова, он просто изменился, подзабылся. И теперь уже горы с таким же названием можно очень часто встретить в других уголках нашего с вами земного шара. Но тем не менее, вот тот истинный и правильный Олимп, он находится сразу перед нашими глазами. Так вот, Олимп – это не одна гора. Это большая горная гряда. С севера на юг – это 25 километров. С запада на восток – это 28,5 километров. 36 вершин имеют высоту больше, чем 2000 метров над уровнем моря. И самая высокая вершина Греции называется совсем не Олимп, а называется гора Митикас. И вот высота Митикаса составляет на сегодняшний день, то есть на сегодняшнюю зиму, 2918 метров 8 сантиметров. Это новая высота Олимпа, которая была вычислена учеными. Также вторая вершина Греции находится здесь же, в Олимпийской горной гряде, и называется она гора Стефани или Венок. Именно на ней, на этой высоте 2909 метров, когда-то, по преданию, располагался трон Зевса. А вот трон или алтарь Аполлон, он располагался, по преданию, на высоте 1000 метров. И первый человек, который поднялся на именно такую высоту, был древнегреческий ученый Ксенократ, который во всеуслышание заявил, что высота Олимпа где около 2000 метров. Но выше нам с вами совершенно делать нечего, потому что такие высокие заснеженные горы Олимпа, они являются тем местом, где обитают олимпийские боги, где они живут, которые питаются нектаром, амброзией, ну и не брезгуют, конечно, ароматным дымом от жареного мяса, от многочисленных жертвоприношений, которые, конечно же, устраивались всегда в культовом городе, который находится у подножия Олимпа. Это город Зевса, город Дион. А дело все в том, что в древнегреческой мифологии Зевс имеет два имени – Зевс и Виас. Виас – это просто другая падежная форма слова «Зевс». И получается, город Дион – это в прямом смысле город Зевса. Вот здесь, на этом священной земле, всегда устраивались многочисленные жертвоприношения во времена правления Александра Великого. Здесь, в Македонии, до 500 быков, собственно говоря, приносило жертву олимпийским богам. Это такая, в общем-то, значимая и значительная цифра. Помимо города Диона, который подножие Олимпа располагается, Олимп, конечно, надо хорошо понимать, это сейчас является еще и национальным заповедником. На Олимпе произрастает более 1700 растений, которые известны в других уголках нашего с вами земного шара. Но всего лишь 23 вида таких растений произрастают только на Олимпе и больше нигде в мире. То есть они являются уникальными, эндодермичными. Вот как раз для сохранения такого уникального растительного мира, ну и, безусловно, животного, потому что здесь гнездятся огромное количество птиц. Здесь водятся и шакалы, и волки, и лисицы, и куницы, и кабаны. То есть абсолютно все. Медведь на Олимпе не водится. Медведь водится в горной гряде Пинт. Мы с вами увидим эту горную гряду, когда будем находиться в метеорах. Я вам как раз ее покажу сегодня. Так вот, как раз для сохранения такой уникальной флоры и фауны было принято решение, что в 1938 году Олимп был взят под защиту греческого государства. А вот уже в конце 20 века Олимп был взят под охрану Европейского Союза. И всяческое строительство на восточной стороне или по восточному склону Олимпа, оно запрещено для того, чтобы как раз не нарушить такую концепцию, да, национального парка, какой Олимп на сегодняшний день является. Конечно, снег на Олимпе, он еще пока лежит. То есть вот эти маленькие островки снега, которые, ну, в той или иной степени будут видны очень хорошо, и сейчас они видны, и когда мы будем находиться на противоположной стороне, сразу напротив нас, это снег. Снег здесь полностью исчезнет к первым числам августа. Где-то уже в первых числах сентября вновь снег, собственно говоря, появится. Кстати, если вы посмотрите внимательно направо, то вы можете увидеть самую высокую вершину Греции. Это такие два пика, которые находятся рядом друг с другом. По своей форме они образуют латинскую букву W. Немножко, конечно, перевернутую. Так вот, то, что левая, это и есть гора Митикас.
то есть высота 2918 метров. Так что правая – это и есть гора Стефани. 2909 метров над уровнем моря. Вообще ученые говорят, что Олимп – это та гора, которая растет, в год увеличиваясь примерно на 1 сантиметр. И вот факт роста Олимпа ученые объясняют таким моментом, что Греция у нас с вами расположена на разломе земных пластов. И движение вот этих земных пластов и дает-то как раз рост Олимпа. Это одни ученые такой момент говорят. Вторые же утверждают, что где-то под Олимпом находится некое озеро, которое питает эту горную гряду и опять-таки дает рост Олимпу. Ну, в принципе, и то, и другое, наверное, весь версия имеет место быть. Но первое кажется более такой объяснимой и более разумной. Но, тем не менее, так говорят геологи, ученые. Мы же все с вами дальше и дальше уже теперь, проезжая вдоль Олимпийской горной гряды, направляемся к своеобразной границе, которая нас с вами будет разделять от области Македония, в которой пока еще мы с вами пребываем, до области Фессалия. И место это, которое нас впереди с вами ждет, называется ущелье Темпи. То есть мы по с вами такому Тембийскому ущелью будем проезжать. Оно 8-километровое. И вот что за события, которые происходили там, я обязательно вам расскажу. Вот, кстати, с нашей левой стороны вы можете видеть один из очень интересных таких сооружений средневековой фазы истории Греции, которая, по большому счету, вообще отсутствует в стране. Я сейчас объясню, в чем же соль. Это крепость, которая называется крепость Платамонос, которая была построена в начале 13 века нашей, конечно же, эры, а именно 1204 год, 4-й крестовый поход, когда такой был франский герцог Бонифаций Монферратский. Он оценил стратегическое местоположение этого холма и города Ираклио, то есть города Геракла, который был расположен на этом холме. Он приказал снести этот город, а на его месте из останков этого города построить ту самую крепость Платамонос, которую мы с вами можем наблюдать. И вот таким образом он явил ту самую крепость. Почему он называется Платамонос? Во-первых, на противоположном стороне находится деревушка с таким же названием. Ну и плюс в этой области, вот все, в этой местности все деревья, которые вы видите, это платаны. Поэтому здесь огромное количество платанов произрастает. Сейчас Платамонос, эта крепость, является исключительно театральной или фестивальной площадкой. И обычно в августе месяце в рамках Олимпийского такого театрального фестиваля здесь проводятся постановки, концерты. На одном из склонов сооружается такая своеобразная сцена, амфитеатр, где и даются представления. Это крепость Платамонос. Вот я не зря сказала, что, к сожалению, в греческой истории это один из немногих таких архитектурных элементов, которые свидетельствуют о том, что в Греции средневековье было. Вот так, к сожалению, исторически сложилось, что очень многие путают историю Греции как государства и историю греческой культуры, которая имеет гораздо шире границы. И действительно, очень многие, так немножко даже предвкушая, наверное, предвосхищая ваши вопросы по поводу Афин, почему в Афинах показываете лишь только античность. Только опять-таки, очень многие путают историю Афин и историю всей Греции. Потому что Афины и Греция, то есть не только одними Афинами интересна история Греции, а Афинами в том числе. И история страны – это не только античность, но это и Византия. Но не забывайте, что в эпоху Византийской империи границы страны располагались далеко за ее пределы современной Греции. И очень многое строилось вне границ современного греческого государства. А если конкретнее говорить, то в Константинополе. И так исторически сложилось, что самые значимые объекты именно средневековой такой фазы истории страны находятся все в Константинополе. То есть за пределы современной границы страны. Константинополь именуют своим историческим названием. То есть это не Стамбул и не Истанбул. Истинполе. Иногда можно вот эту забавную картину в аэропорту наблюдать, когда идет регистрация на рейс в Стамбул. Для греков пишется, конечно, на греческом языке Константинополь, для иностранцев пишется Истанбул. И вот те, кто в состоянии прочитать по-гречески, всегда пребывают в таком ступоре. Куда же они все-таки летят? В Константинополь. И чтобы вам было совсем понятно, что такое для греков Константинополь, коли я так ее вспомню, ну представьте, я так понимаю, что вы практически все петербуржцы. А представьте, что если бы Санкт-Петербург по воле случая, судьбы или какого-то рока вдруг оказался бы на территории какой-нибудь Финляндии или Швеции, а столицей России стал бы, например, город Псков. И сейчас, путешествуя по Пскову, люди бы задавались таким вопросом, ну вот где такое
монументальное сооружение имперской фазы русской истории, то есть 17, 18, 19 век. А это все в Петербурге. Так вот, Афины – это Псков, греческая история. Но как одними Афинами интересно, не только одними Афинами интересна история Греции, так, собственно говоря, не одним Псковым и Суздалью интересна история России. То есть вот такой небольшой параллель, тогда я думаю, что многие у вас станет на места. Ну а ущелье Теги, в которое мы с вами постепенно потихонечку въезжаем, это ущелье, которое, во-первых, его название происходит от древнегреческого глагола «темно», что в буквальном тоже переводе означает «делю на двое». И это ущелье было образовано, согласно данным геологов, очень сильным потоком воды, которая разделила когда-то единую горную гряду на две ее составные части. Вот то, что вы видите с нашей левой стороны, это горная гряда Кисавос или гора Оса. А вот то, что с нашей правой стороны, вот буквально через некоторое время увидим, это, конечно, окончание Олимпийской горной гряды. И поскольку эти горные гряды находятся рядом друг с другом, то есть на одной обитают у нас олимпийцы, а вот на другой, то есть на той самой с левой стороны, у нас с вами обитают кентавры. Потому что по преданию именно они получили благодарность от олимпийских богов эту горную гряду за то, что выступили на их стороне в войне, которая называлась гигантомахия, то есть войны олимпийцев с гигантами за власть над землей. То есть слева у нас с вами живут кентавры. Ну и, конечно, вот этот сильный поток воды, который, как говорят, был когда-то в Фессалии, он изменил ландшафт этой местности. То есть он образовал это самое ущелье, оставив после себя этот поток воды лишь небольшую такую речку, по мосту над которым мы с вами проедем. А между прочим, это река, которая называется Пиней или Пиньюс. С левой и с правой стороны ее будет хорошо видно. И она является легендарной рекой, известной тоже с мифологии. И вообще в ущелье Темпи происходило очень много интересных событий и с христианской, и с мифологической, и с исторической точки зрения. Ну и помимо с геологической, географической. Потому что Темби является своеобразной границей, которая разделяет северную и южную Грецию, скажем так, центральную ее часть. Но и соединяет Афины и Салоники, потому что это единственная дорога, самая короткая, которая есть в Греции. Вот посмотрите, река Пиней справа и с левой стороны от нас. Но действительно, это та дорога, которая соединяет Афины и Салоники, то есть север и юг страны. Если мы с вами сейчас затратим примерно 15 минут, проезжая по этому ущелью, может быть, даже меньше, то чтобы вдруг, если что-то здесь произойдет, как, например, в 2009 году был очень сильный камнепад, и на протяжении полугода шли работы по укреплению, скажем так, специальных вот этих железных сеток, которые видите с левой стороны, которые противостояли бы вот этому камнепаду. Так вот, дорога была закрыта, и перевозчики, они потеряли, конечно, очень много средств и, собственно говоря, времени, огибая всю горную гряду, тратя на это примерно как минимум 2,5-3 часа, если по Олимпу проезжать, потому что внутри Олимпа, конечно, дороги есть, надо хорошо понимать. Ну, а здесь вот мы с вами пересекаем это за 10 минут. Кстати, с нашей сейчас правой стороны потихонечку с вами въезжаем в город, который называется Лариса. И с правой стороны вы можете увидеть сейчас герб Лариса. Это изображение такого коня. И, между прочим, это не просто конь. У этого коня есть имя. Этого коня зовут Буцефал или Буккефал, бычья голова. Это конь Александра Великого. Вот когда еще в древние времена здесь на территории Лариса не было ничего, но уже здесь жили известные, скажем так, конезаводчики. И вот они привезли, скажем так, в Македонию этого коня для того, чтобы можно было его продать Филиппу II Македонскому. Но Филипп отказался брать, потому что конь был слишком агрессивный, слишком необузданный, необъезженный. И он сказал, что нет, брать такого коня он не будет. Но однако Александр Юный, который находился рядом с своим отцом, Александр на тот момент был 12-13 лет, он увидел, что конь элементарно боится своей тени. И он тогда сказал, что если я укращу этого коня, ты мне его подаришь? Ты мне его купишь? Но Филипп, конечно, ничего не оставалось другого, как, в принципе, согласиться. Александр просто повернул морду коня на солнце, чтобы тот не видел своей тени. И, естественно, оседлал его. И в итоге вместе с Буцефалом он завоевывает половину известного тогда мира. Конечно, Филипп II ему подарил этого коня, купил.
Так что город Ларис у нас с вами является родиной своеобразной коня Александра Великого. Но город Ларис это еще четвертый. Помните, я вам говорила об увеличении город Греции. 350 тысяч жителей сейчас здесь проживают. Ну а также здесь расквартирована 1-я военно-воздушная армия. С левой стороны вы увидите военные аэродромы. То есть здесь в Ларисе это большая равнинная площадь, не забывайте. Поэтому здесь так с комфортом разместился военный аэродром. То есть бомбардировщики, истребители. Все находятся именно здесь, которые патрулируют, безусловно, воздушные границы Греции и взлетают по необходимости. Также здесь находится одна из самых сильных медицинских школ страны. И вполне это, наверное, логично и понятно, потому что здесь в Ларисе находится могила отца медицины Гиппократа. Вот если Гиппократ у нас родился на Косе, то в Ларисе он умер. И вообще многие из вас могут предположить, что Лариса это название и это имя женское. Меняется только ударение на другой слог, получается имя Лариса. Но я могу сказать, что два этих названия, как Лариса, так и Лариса, они имеют совершенно разные корни. Лариса это слово фригийского происхождения, то есть когда-то здесь жили фригийские племена, изначально на их языке сухое место. Но здесь действительно континентальный климат, здесь очень мало осадков, и вполне понятно, почему называется сухое место. Что же касается женского имени Лариса, то оно происходит от греческого слова «гларос», что означает «чайка». Просто немножко со временем само вот это слово трансформировалось, мы с вами говорим его «Лариса». То есть это действительно греческое слово, но не «Лариса», эти буквы, две «С», между прочим, две «Сигмы». А, ну мы сейчас с вами видим греческую железную дорогу. Вот это вот греческий поезд, вот, чтобы вы видели. Все. Но заходя из ландшафта, здесь, конечно, железнодорожное сообщение не очень хорошо развито. Но однако есть железная дорога, которая связывает крупные города. То есть связывает в первую очередь Афины с Салоникой, но связывает, конечно, Ларису. При необходимости были пробиты специальные такие туннели в горных склонах. И сейчас идет прокладка подобной вот железной... Ну, подобных железнодорожных путей. И мы с вами соприкоснемся вот с христианством, находясь на территории монастырей в Метеорах. Монастыря Варлаама или всех святых, монастыря святой Варвары или Русаны. И я надеюсь, что мы ощутим вот эту атмосферу Метеор, когда там никого уже не будет. Вот. И с левой стороны мы с вами видим город Трикола. Город, который завоевали, по-моему, абсолютно все, кто через него проходил. Были крестоносцы, завоевали крестоносцы, то есть 4-й крестовый поход, там средневековая крепость на небольшом холме, возвышается ее немножко видно. Были османы, турки завоевали они, были арабы, сарацы завоевали они. Но, тем не менее, Трикола сегодня является небольшим городком, очень живописным. И Трикола сегодняшняя – это еще и родина очень известного греческого певца, популярного на территории бывшего Советского Союза 70-х, 80-х, когда Мессерус. У него даже есть песня «Трики-трики манаму», то есть «Трикола, глаза мои, мать моя, то есть душа моя» и так далее. Он родился в Триколе. Так вот, касательно, конечно, вот той самой теории священного образа. Он хорошо понимает, что, согласно его теории, изображать святых всегда можно, но всегда в символическом или аллегорическом виде. Поэтому не удивляйтесь, когда вы сегодня будете слышать в моем рассказе о монастырях очень много подобных слов, как символика, так и аллегория. То есть святые, они лишены портретного сходства со своими историческими личностями. То есть они не похожи на тех людей, которые жили. Но, тем не менее, их специально изображают в таком виде, символическом. Согласно вот именно теории, согласно правилам, которые возникли. Также он говорил о том, что можно и нужно изображать то, что было в действительности. То есть сцены Священного Писания, жития святых. Также он говорил о том, что можно писать Христа в том виде, в котором он пребывал на земле. Но нельзя писать образ Бога Отца. Образ Бога Отца никто не видел. Изображать святых необходимо, потому что они украшают храмы, они заменяют книги неграмотно, они постоянно напоминают о подвигах во имя веры. Но однако надо всегда помнить, что икона – это не картина, а это священный образ. И поклоняясь иконе, мы в основном поклоняемся тому, что на ней изображено, то есть первообразу, а не мастерству художника. Поэтому все иконы должны быть анонимны. Также он говорил о том, что иконы чудотворны, потому что несут в себе часть вот этой божественной силы того, кто на них изображен. Это действительно уникальнейший, геологический, единственный и неповторимый на нашей с вами Земле феномен. Это место, которое не оставляет никого абсолютно равнодушным. Это каменный лес, около 1000 скал. И на вершинах этих скал сохранились 6 монастырей. Почему называется метеора? Метеора в переводе с греческого означает прежде всего состояние.
То есть состояние между небом и землей. То, что мы впоследствии с вами получаем такие астрономические термины, понятия, как метеорит. Здесь ранней весной или поздней осенью или зимой чисты туманы. И туман из-за вот такого континентального климата, он садится просто на эти скалы, скрывая тем самым часть скалы. То есть остается подножие скалы, потом полоса тумана, а потом вершина скалы, на которой стоят монастыри. Вот оттуда, отсюда, вернее, и получается второе название – метеоры или парящие в воздухе. В прямом смысле, потому что действительно иллюзия, она это есть. Вот зимой, если вдруг окажетесь где-нибудь в конце января, будет четко сработано вот это ощущение, что они парят в небесах. И, конечно, этот регион, он был населен в античную эпоху. Люди, которые здесь жили, они никаких строений на вершинах скал не создавали, не строили. Ровно как и первые монахи, которые появляются здесь в 9 веке. Они тоже ничего не строят. Но приходит 14 век, который все меняет. Потому что сюда приходят афонские монахи, которые создают по образу афонских монастырей, Афонской монашеской республики, подобную республику. И первый монастырь, который они строят, они его будут называть Метеора. Ну и, конечно, надо хорошо понимать, что вот именно вся Фессалия когда-то была заполнена водой. И вот в том месте, где были образованы скалы, там то ли течением наносило песок и гальку. А мы с вами специально остановимся, вы увидите структуру скалы. Это будет такой прессованный песок и галька. Это то, что в переводе, в принципе, с греческого языка, дословно на русский язык, можно назвать ракушечником. Да, это такой материал, состав камня. Но это все ракушечник. И наносило сюда то ли течением, то ли каким-то другим совершенно непонятным явлением. И вода, она выточила эти скалы. А когда вода резко ушла из-за тех самых тектонических изменений земной коры, образовав, помните, ущелье Темпи, и говорят, что таким образом было образовано Эгейское море, вот, да, много миллионов лет назад, 60 миллионов, предполагают геологи, то остальные явления природы, такие как воздух, вода, собрала все, такой как ветер, ливни, дожди, они, конечно, закончили уже формирование скал. И они открыли нам вот тот ансамбль, который все больше и больше, и лучше мы с вами видим. Мы сегодня будем останавливаться в городке Коломбака, который находится как раз у подножия скал. Там небольшие дома, строения виднеются, то есть все. Мы сегодня только по этой местности будем с вами путешествовать. Городок Коломбака, само слово «Коломбак» – это слово исключительно такого тюркского происхождения, означает «хорошая крепость». Но первое название этого городка было Эгенион. Происходит оно от словосочетания «стус агиус», то есть «к святым». И считали, что в такой местности могут жить только лишь святые. Но, завоевав этот регион, придя сюда, турки, конечно, просто все переначивают, поэтому они называют этот городок уже не Эгенион, а Коломбак. И вот это название, оно сохраняется до нашего с вами времени. Мы сегодня с вами совершим такой полный круг по метеорским скалам, то есть будем заезжать с северо-западной стороны, выезжать будем с юго-восточной. Таким образом сделаем вот полный круг по скалам, где вы увидите 5 из 6 монастырей. Я напомню, что когда-то здесь их было 24. 18 были разрушены. Разрушены были по приказу, конечно, вот того самого мусульманского Буонапарта. То есть Али-Паши Тепелинского его часто называли. Но если даже здесь смотреть, очень внимательно приглядываться, то мы видим, что, в принципе, они имеют такую все скалы, я имею в виду форму, покатые. Они действительно были выточены водой, и вот это вот ощущение, что как вода сходила, она не вот просто единовременно спустилась, да, она постепенно сходила. Вот одна из центральных улиц, вернее, она одна единственная улица центральная, которая есть здесь, в этом городке. На ней-то и расположен наш с вами отель. Сейчас даже его покажу, но, естественно, вечером мы, после посещения метеор, мы с вами там будем размещены. Наши отели, его вообще ни с чем не перепутать, потому что с такими древнегреческими колоннами только один отель может находиться здесь. Мы сюда с вами еще обязательно вернемся. Это, на самом деле, вот вся такая центральная улочка, на которой расположены такие магазинчики какие-то, там, ресторанчики, таверны. Вечером у вас будет такой простор для фантазии, можете прогуляться. Так вот, вот за этой бензоправкой Shell чуть выше находится
как раз один из супермаркетов, который принадлежит сети Carrefour, называется Маринополис. Соответственно, можете подняться вот там, с правой стороны. Если вечером вам будет необходимо, можете дойти. И чуть впереди еще будет один фонтан. Он в виде такого коломбакского водопада. И как раз рядышком у нас расположено то место, где мы сейчас остановимся и перекусим. Тут официанты, они говорят на русском языке, ну, то есть в той или иной степени выучили язык, каким-то базой слов обладают, поэтому здесь все можно попробовать, здесь все вкусное, что традиционно греческое. Ну, например, есть такое блюдо, которое называется мусака, это запеканка слоями картофеля, баклажаны, фарш, разливается все соусом бешамель и запекается в духовке. Можете попробовать. Блюдо, которое называется папуцаки. Папуцаки – это маленькая обувь. То есть берется баклажан пополам, фаршируется, естественно, фаршем, и заливается соусом бешамель, запекается в духовке. Ну а вот наша остановка, этот коломбакский водопад с правой стороны. Ну, вот эти вот белые зонтики и лебедь стоящие. Собственно говоря, можем расположиться. Я так думаю, что можно на улице будет присесть. У нас, я могу сразу сказать, что не самый высокий подъем сегодня будет, поэтому бывает еще и сложнее. Я вас так внутренне успокаиваю. Мы решили заехать немножко с другой стороны, чтобы вы увидели, скажем так, сделать такой полный круг по скалам, чтобы вы могли увидеть еще и такую юго-восточную сторону. Соответственно, те монастыри, которые расположены в этой части, вот сейчас, если вы внимательно присмотритесь, с левой стороны, на скале, которая одинаково так возвышается, там находится монастырь вот того самого святого Стефана или Харлампуса. Ну, конечно, я потихонечку уже начинаю рассказывать о метеорах. Ну, безусловно, я уже вам говорила, что эта местность, она была населена в античную эпоху. Но люди, которые здесь жили, они никаких абсолютно строений на этих скалах не возводили. Так же, как и первые монахи, которые появляются здесь в IX веке, они тоже не строили и не возводили никаких строений на вершинах этих скал. Но они вели такой отшельнический образ жизни. То есть каждый сам заботился о пропитании самого себя. Единственное, они собирались один раз в неделю для совместной литургии в самую большую пещеру, которую называли Кирьяконом. Кирьяки по-гречески – это воскресенье. Соответственно, служба, которая проводилась по воскресеньям в самой большой пещере, пещеру назвали, собственно говоря, Кирьяконом. Но опять-таки, они вели такой отшельнический образ жизни и главным образом только лишь для литургии собирались. Но наступает 14 век, который действительно все абсолютно меняет, потому что именно сюда, в 14 веке, приходят афонские монахи. И первый монах, который появляется здесь, имя ему было Афанасий, святой Афанасий Метеорский. Он был действительно сторонником совершенно другого образа жизни, так называемого киновиального, то есть общинного. Когда есть община у монастыря, когда есть глава у этого монастыря, то есть игумен, когда жизнь в той или иной степени, но она будет подчинена игумену этого монастыря. И, конечно, он, придя сюда с новым абсолютно образом жизни, встретил такое достаточно оживленное сопротивление монахов, которые здесь уже пребывали и проживали, потому что он покушался на святое, по их мнению, то есть на их уже стиль жизни, такой отшельнический, аскетичный. Но вот это вот сопротивление удалось сломить благодаря не только морально-нравственной, но и финансовой поддержке сына сербского царевича Семена Уриша, который также будет пострижен в монахи под именем Иосаф на Афоне. И именно святой Афанасий Метеорицкий и святой Иосаф будут являться основателями первого здесь монастыря, который они возведут на самой высокой скале. 613 метров над уровнем моря, высота этой скалы. Скала имеет название «Плоти Святое», то есть «Широкий камень». И вот первый монастырь возводят, они закладывают камень под соборный храм монастыря и посвящают празднику Преображения Господня. И вот именно этот монастырь они будут называть монастырь Метеора. Вот, то есть то, что находится как раз между небом и землей. А когда по их примеру следуют монахи и приходят монахи на соседние скалы,
то вся республика будет называться Метеорской, а первый монастырь, который здесь будет построен, будет называться Великий Метеор, то есть главный монастырь. И вот до сегодняшнего дня здесь действительно сохраняются 6 монастырей. Это Великий Метеор или Преображение Господня, потому что соборный храм этого монастыря, что там посвящен этому празднику. Также, конечно, монастырь Варлаама или Всех Святых, куда мы с вами сейчас направляемся. Он был основан вторым, соответственно, занимает второе место по значению здесь. Также монастырь Святого Стефана, это тот самый, который монастырь мы видели вот на выступе скалы. И это женский монастырь. Женские монастыри здесь появляются лишь только в 60-х годах 20 века. И монастырь Святой Варвары, он тоже является женским монастырем. Благодарность за то, что женщины помогли в восстановлении разрушенных обителей после Второй мировой войны, греческая православная церковь, она дарит 2 из 6 монастырей именно женской общине. И вот до сегодняшнего дня они именно женскими и являются. Вот монастырь, который вы видите, Святого Стефана, там проживают сейчас 32 монахини. Соборный храм этого монастыря, он посвящен святому Харлампусу. Также есть монастырь Святой Троицы, который мы тоже с вами увидим, и монастырь Святого Николая Анапавса. Анапавси по-гречески – это успокоение, то есть Святого Николая Успокоителя. Вот те 6 монастырей, которые здесь сохраняются и существуют. Также, конечно, надо сказать несколько слов о том монастыре, который мы с вами, в принципе, уже, можно сказать, увидели, находится с нашей левой стороны. То есть монастырь Святого Стефана. Вообще, кто такой был Святой Стефан? Святой Стефан был первым святым мучеником. Поэтому в христианской традиции он называется Святой Первомученик Стефан. И он был предан казни прилюдно на площади, он был забит камнями. И он был из числа 70 апостолов, призванным апостолом Петром, соответственно, для христианской проповеднической миссии. И участие в его смерти принимал человек по имени Савл. И когда Савл отправился в Дамаск, то на своем пути он встретил Христа, то есть Христос к нему явился. И Христос, разговаривая с Савлом, говорит, что «Савл, зачем ты гонишь меня? Зачем ты попрекаешь Святую Церковь?» Савл раскаялся. И под именем святого апостола Павла мы с вами знаем этого человека. То есть апостол Павел не был из числа 12 апостолов Христовых. Он не был из числа 70 апостолов Христовых. Он стал таковым после того, как сам Христос к нему явился. И здесь монастырь именно Святого Стефана, на его территории была построена первая маленькая церквушка, вообще первая, которая строится на Метеорских монастырях. Она была, конечно, посвящена Святому Стефану. Соборный же храм этого монастыря, он возводится на рубеже 16-18 века. Именно же в этот период ему передается часть мощей Святого Харлампуса, то есть часть его тщетной главы. А кто такой был Святой Харлампий? Святой Харлампий был старец, который дожил до 103 лет и который исцелял всех животных или людей именем Христа, за что и был подвергнут мученической смерти. Его сначала распяли на кресте, потом с него, с живого, снимали кожу железными ножами, железными крюками. И потом, а каждый раз он молился, и раны его затягивались. И был последний этап казни, когда святому Харлампусу необходимо было отсечь голову. И вот вся та публика, которая собралась на этой площади, и все те, кто обладал духовным зрением, они узрели следующее. Спустился Христос в окружении всех ангелов. Спустился, конечно, с небес. И протягивая руку святому Харлампию, сказал, что «Друже мой Харлампий, проси все, что ты хочешь». А теперь вы вдумайтесь. Человек находится в одном шаге от смерти. И он не просит для себя ничего. Он говорит, что после меня придут те, кому будут нужны ситцевые, то есть материальные блага. Я лишь хочу, чтобы в том месте, где будет находиться частичка моих мощей, в этом месте всегда была благодать, богатство и здоровье. То ли это случайно, то ли это действительно закономерность. Но в 16 веке монастырь Святого Стефана являлся самым богатым монастырем здесь на Метеорах. И это был единственный монастырь, которому изменили статус. Он в 16 веке подчинялся Вселенскому Патриархату и имел статус ставропигиальных, то есть подчинение Вселенской Патриархии, которая резиденция, которая, безусловно, находится в Константинополе. Вся сейчас Метеорская республика, в том числе и монастырь Святого Стефана, конечно, подчиняется Греческой Православной Церкви. Здесь нет патриархата, здесь епископат. И глава церкви – греческий архиепископ, ну, в данном случае архиепископ Афинский и Элладский Иероним. Вот он глава Греческой Православной Церкви и является номинальной главой, соответственно,
Метеорской монашеской республики. То есть они в подчинении греческой такой, соответственно, церкви. Это был единственный монастырь, которому изменили этот статус. Благодаря действительно той финансовой поддержке, которую он оказывал при строительстве школ в этом регионе для повышения грамотности людей. Скажем, его в такой статус ему повысили. Но потом, конечно, время все поставило свои места. Конечно, надо также хорошо понимать, что строительство каждого из отдельностей монастырей было осуществлено не одним поколением монахов. То есть их строило как минимум на протяжении 50 лет, как максимум это 100 лет. Вот буквально через некоторое время мы с вами увидим монастырь, который здесь занимает четвертую строчку в иерархии метеорских монастырей, монастырь Святой Троицы, который был построен как раз за 100 лет, то есть 80 лет поднимали строительный материал, 20 лет строили. То есть как вообще осуществлялся подъем этого строительного материала? Это мы сейчас с вами пройдем по ступенькам, которые высечены на скале. Они были все проделаны в 1921 году в этом монастыре в Ирламе, куда мы направляемся. В других монастырях 23 год, 1925 год, в 20-х годах, одним словом. Надо хорошо понимать, что находился монах-смельчак, который брал такие железные клинья, вбивал в эту скалу, поднимался по этим железным клиньям, неся с собой веревочную лестницу, по которой уже в свою очередь поднимались другие монахи, неся с собой первый строительный материал, с помощью которого, конечно же, изготавливали примитивный достаточно подъемный механизм, путем вращения которого на этот механизм наматывался канат, к которому крепилась сеть. Я вам этот механизм монастыря Варлама обязательно сегодня покажу. То есть вы тогда поймете, что это такое. Опускался этот канат, к которому на конце была прикреплена сеть, загружался строительный материал, а иногда туда сами вовнутрь сажались монахи, и он таким образом дальше поднимался, опять-таки путем вращения. Вот таким образом осуществлялся подъем строительного материала. Поэтому, в принципе, вполне логично и понятно, почему здесь, в данном случае, вот монастырь, который вы видите с левой стороны, он строился 100 лет. То есть 80 лет поднимали строительный материал, 20 лет строили. Сейчас там проживают всего лишь два монаха. Вообще слово «монах» — это слово исключительно греческого происхождения. «Монохос», то есть один, единственный, хозяйствующий. Вот они в прямом смысле, можно сказать, такие вот «монохосы», то есть монахи. И чтобы подняться именно к этому монастырю, сначала к его подножию, к этой скалы, нужно спуститься, а потом лишь только подняться. Ну и, соответственно, обратно на эту дорогу нужно спуститься со скалы и подняться на дорогу. Возможно, эти окрестности вам кому будут знакомы, потому что именно здесь снимали один из фильмов, один из серии фильмов о Джеймсе Бонде. И фильм называется «Все для твоих глаз» с Роджером Муром в главной роли, когда съемочную группу, безусловно, не пустили на территорию монастыря, но, тем не менее, все-таки кадры фильма, они зашли в... пейзажи окрестные, они зашли в фильм.